просили ли вы у нас, чтобы мы чуть быстрее стали играть в этот момент пенальти, удаления, конечно, забей. Конечно, недовольны. Мы недовольны, потому что забей. И то вы точно бы не проиграли, скорее всего, да, осталось мало времени, потом один был мастером, а может быть, кто знает еще, что могли выжить из этого. По крайней мере, как игра развивалась, на ничья было более правильно, хотя еще раз скажу, конечно, Матис, как если в целом его брать, он владел инициативой, конечно, больше. Но так это складывалось, и пенальти, и потому что ничья была для нас вообще отличный результат, была так, что теряли очко. Для нас очень важно. Пожалуйста, ваш вопрос. Антон Буянов, Мегаспорт. Да, Игорь, добрый вечер. Антон Буянов, Мегаспорт. По Визелу вопрос. Он является штатным пенальтистом? Ну, нет. У нас пенальтист в сегодняшней игре был, так как отсутствовал Роша, был Полсон. Так что он последний два пенальтика забил, мы его заменили. И дальше у нас вариант с матчем. Он уверенно себя чувствовал. Он взял мяч, никто другой мяч не взял. Соответственно, он бил встревать в это с лавки. Неправильно был, потому что поменял человеку задеть правильно. Человек берет, значит, уверенно берет, мяч берет. К сожалению, так. Коллеги, есть вопросы? Все, спасибо.